Безусловно, роль личности в решении многих вопросов существенна, безусловно. Вот. Но, к сожалению, я так понимаю, что Обама не всегда говорит то, что ему хочется. И не всегда делает то, что ему хочется. Над ним, видимо, какой-то гнет давление, и это имеет место быть, поэтому я им, честно говоря, не завидую. Вот. И, тем не менее, роль личности в истории, она уже давно известна. Она была, есть и будет.